раз привет. Привет. Как тебе турнир? О, вообще супер, вообще очень комфортная атмосфера. В принципе, наверное, второй раз я выступаю в подобном шоу. Битва чемпионов было первое, наверное, второе. И, конечно, сама атмосфера способствует хорошему результату жизни. Для меня это вообще как бы хорошая мотивация. А прокомментируй свое выступление, как оцениваешь? Ну, оценим, наверное, все-таки на 90%. Почему 90%? Потому что, в принципе, хотел бы снять all-time сегодня, но это не получилось. Там, наверное, чуть не хватило мне, наверное, время подготовки, скорее всего, потому что чисто психологически еще не был готов к этому весу. Вот. Но так для себя установил собственный рекорд 247 килограмм. В принципе, это тоже как очередной такой небольшой шажок моей мечте, так скажем, снять рекорд, который стоит уже 30 лет. Угу. Вот. Думаю, на ближайшее время я все-таки добьюсь того, чтобы его снять. Куда будешь сейчас готовиться? Сейчас я буду готовиться, так скажу, это секрет небольшой, но это будет в рамках очень большого турнира, которые будут проходить в границе. О, интересно. Будем ждать новостей. Спасибо.